Прохоров вместо Ходорковского на свободе, а Ходорковский в тюрьме. Прохоров начал свою коммерческую деятельность в Петербурге. Балт Анексим Банк. В это время руководителем комитета внешнеэкономических связей мэрии Петербурга был Владимир Путин. И он по работе, по своей, помогал ему иметь хороших клиентов в банке. Эти дружеские отношения сохранились на 20 лет. И дали дорогу, чтобы Прохоров не в тюрьме был, а вот набирал, стал второй человек почти. Там они конкурируют с Лисиным и еще есть товарищи. Сотни миллиардов у них. Люди, зарплата 5 тысяч есть, 7 тысяч, 10 тысяч, пенсия. Голодают. Дети-беспризорники погибают, так сказать, выбрасываются из окон. Горят каждый день дома, взрывается газ, самолеты, теплоходы. Преступность, проституция, детей вывозят, чтобы на замену органов. Вы понимаете, что происходит? Ваш президент был Путин. И за эти 13 лет вывезены сотни тысяч женщин русских на панель стоят в Европе. Вот результат деятельности Путина. И дети вывезли не усыновление, удочерение. На замену органов. Это для чего мы рожаем наших детей? И что? Трудно остановить, сколько раз в Думе я говорил, прекратить вызов детей. Пусть плохой детский дом, но на родине. И никто не петронится ребенку. Я бы сказал, что Путину? Ты зачем утопил космическую станцию, которая была еще хорошая? Ты почему убрал все военные базы? Куба, Корея, значит, Вьетнам. Ты почему лишил пролет и проезд американских натовских войск в Афганистан? Почему не говоришь правду про гибель подводной лодки «Курс»? Кто уничтожил шахтеров при Ельцине? Вы помните Чубайс, что сказал? Все шахты закрыты. Все нерентабельно. Разогнали Министерство угольной промышленности. Это сделал Чубайс. Брат номер один. Что сделал Путин? Назначил его министром нанотехнологий. До этого он разгромил РАО ЕС. То есть в чем проблема-то? Что вы говорите элита? Бандиты вокруг Путина, олигархи, негодяи, преступники, пятая колонна. Не будем молчать. Вот вы можете молчать, с Курска вы молчите. Почему вы промолчали, что это американцы взорвали нашу русскую лодку и не одну? Вы продали наших моряков за 700 тысяч долларов. Вы, ваш Путин, ну признайте ошибку кадровой работы, что Чубайса нужно было давно выгнать, Кириенко. В этом плане мы говорим. Ну скажите нам правду, что американцы давят на вас.